Thank you.
Хочу заметить, что музыка у Teen Diamond очень сложная. И как не пробовал мой друг обыграть их, так у него и не получилось. Ну а мы все же поподробнее остановимся, о чем поет Teen Diamond на данном альбоме. Речь в этой трилогии идет о судьбе девочки Молли, описанной в стихах в некой книге Джонаха, пролежавшей на пыльных палках в течение 17 лет. Молли была нелюбима своей матерью, умерла в 4 года. После этого ужасного происшествия мать, что называется, поехала крышей. И неизвестно с чего решила, что может воскресить свою дочь, только нарисовав портрет. И вот долгими месяцами с каждым мазком кисти она приближалась к заветной цели. Наконец, однажды ночью портрет заговорил, после чего чокнутая мамаша завернулась еще больше и сожгла портрет в пламени судьбы. На этом трилогия заканчивается, однако, имея хоть капельку воображения и, так сказать, объемного мышления, продолжение этой, в общем-то, незаконченной истории можно найти и на последующих песнях альбома. По его словам, идея этой хэви-оперы появилась у него еще аж в 85 году, то есть до распада Mercyful Fate. Это будет грандиозным проектом, которым я уже почти готов, говорит Кинг, летом 86 года. Это будет рассказ о жизни девочки, имя которой вы встретите уже на первой пластинке. Я хочу изложить его в виде настоящего дневника, под заголовками которого будут отражать определенные отрезки времени. Первая вещь, например, начинается с рождения девочки. Вероятно, она так и будет называться – The Bird. Дневник этот будет принадлежать ее матери, которая, разумеется, присутствует при большой части событий, которые происходят с дочерью. Правда, к моменту написания материала для второго альбома от всех этих задумок осталась одна лишь девочка, и то мертворожденная. Что, в общем, и понятно, все-таки полтора года прошло. А подобные вещи – это вам не шахматы, где можно делать прогнозы на десятки ходов вперед, но это все-таки уже 87-й год, который еще впереди, а пока что мы еще в 85-м, летом которого Teen Diamond закончил работу в студии. В ноябре 85-го года, прослушав записанный материал и найдя его вполне достойным, Roadrunner заключил с Teen Diamond договор на 5 альбомов. В это же время Кинг познакомился с одним датским иллюзионистом, прочел пару книг о его работе и собирался с ним поработать. «Я хочу, — говорит Teen Diamond, — например, поднять Энди в воздух во время его соло или сделать горящий крест на моем плаще». Итак, Кинг создал одно из своих самых впечатляющих полотен ужаса и надежды. А впереди у нас следующее полотно – альбом «Эбигейл», «Камеристка». 6 недель понадобилось для записи этого альбома. 6 недель работы кипела в копенгагенской студии Soundtrack Studios. Прекращалась только глубокой ночью. Так родилась история о 7-летней девочке, умершей в 7-й день 7-го месяца в году 1777. Идея пластинки окончательно оформилась на кладбище, где Diamond увидел реальную надгробную плиту с точно такими же датами. Умерший ребенок фактически не является действующим лицом поэмы ужаса. Вместо него введены два других персонажа – Мириам и Джонатан, перипетии которых и составляют канву музыкального действа. Teen Diamond не отрицает, что в значительной степени на эмоциональный фон альбома повлияли фильмы ужасов, а такие книги знаменитого американского писателя Стивена Кинга. Не здесь ли кроется тайна сценического псевдонима Даймонда? На мой взгляд, «Эбигейл» – это вариант акустического фильма ужасов. Итак, начнем с первой композиции с альбома «Funeral» – «Похороны». Yeah.
одно из лучших начал у Кинга наряду с The Grey Ward. Несмело вступают звоночки, присоединяются мрачноватые клавишные, похожие на потусторонние голоса, или вой холодных ветров. Голос, который может дать фору многим Блэкстерам и Дестерам, дублируется, почти гроулинг и вроде скриминг. Дословно. Мы собрались здесь, чтобы упокоить душу Эбигейл Лафей, которая, как известно нам, родилась мертвой 7 июля 1777 года. Эбигейл нужно прибить к ее гробу семью серебряными гвоздями, по одному в каждый локоть, ладонь и колено, а последний из семи должен вонзиться ей в горло, чтобы она больше никогда не воскресала и не причиняла зло. Веселенькое начало. Точнее говоря, это тот самый конец истории. А все, что было до этого, мы скоро узнаем. По мере произнесения слов на заднем плане возникают вокализы хора, напоминающие, например, о саундтреке классическому фильму ужасов «Предзнаменование». У нас почему-то прижился перевод «Омен». Раздается вопрос, кто будет первым? Хор исчезает, появляется зловещий звук, похожий на замедляющийся хрип демона. Слышится удар в гонг, а потом следует ответ. «Я О'Брайен, один из черных всадников». Возникает далекий печальный женский голос, а клавишные имитируют проигрыш струнных. По мере того, как они стихают, усиливается хор, в котором выделяются мужские голоса, и потом он замолкает. И тут незамедлительно вступает вторая композиция – «Эривел». Вступающая ритм-секция, особенно ударная, и рифующая гитара, вторая тем же солирует, помогая мысленно нарисовать скачущих лошадей. Ударные исчезают, под гитарный вой раздается крик. «Должно быть, это он!» А затем начинает спид-метал. Соло будет говорить «Подождите, сейчас такое начнется». Поет Кинг в основном нормальным голосом, но о фальцете не забывает, причем ему явно не важно, от чего лица он поет, рассказчика или одного из персонажей. Вокал записан с наложениями, создавая впечатление хора. Итак, лето 1845 года, дождливый вечер, жуткий особняк на холме, где избегают бывать местные жители. Сюда в карете приезжают молодая чета Мириам Нейтис и Джоната Лафей и обнаруживают, что их ждут семеро всадников, один из которых подходит ближе. На этот раз соло звучит более тревожно, нарушая душевный покой. После хора из нескольких голосов короля музыка вновь меняется, темп становится медленнее, рифует одинокая гитара. К ней постепенно присоединяется остальная ритм-секция с выделяющимся басом. Всадник обращается к Джонатану, приказывая ему, хоть он и наследник, уезжать пока не поздно, а то 18 станут 9. С ускорением темпа следует очередное соло, во время которого можно задуматься вместе с Лафеем, что происходит. Юношу пронизывает страх, но он приказывает всаднику убраться. Семеро исчезают, предупредив, что когда-нибудь их помощь еще понадобится. Опять звучит соло, затем ритм-секция замедляется, и после короткого проигрыша все завершается. Слушаем.
В музыкальном плане Abigail значительно превосходит дебютную работу группы Fatal Portrait «Посмертная маска». Камеристка и тяжелее, и гитарно насыщеннее. Добавьте сюда призрачные хорролы, нарочитые диссонансы высочайшего вокала и уходящих в ультразвук клавишных, непременное арпеджио бас-гитары, и вы поймете природу мрачной палитры, с которой работает музыкант. Если бы Тин Даймонд экспериментировал лишь с аудиорядом, его бы уже канонизировали. Музыкальные разработки Даймонда абсолютные, его вклад в хард-рок ничуть не меньше того, что внес всем почитаемый патриарх Ричи Блэкмор. Но, как истинный художник, Тин Даймонд не довольствуется скольжением в одной плоскости, а его задача – многомерный мир. Итак, в частности, к альбому. Как определил в свое время стиль Тин Даймонд, американский журнал «Циркус» – это столкновение Элиса Купера и Джудас Прист, сумасшедшей динамической смеси мелодичного хэви-металла и готического ужаса. Хотя, если честно, нужно иметь богатую фантазию и сверхлитературный язык, чтобы предельно точно и по возможности кратко описать, что такое Тин Даймонд. Альбом «Abigail», который записывали в той же студии и с теми же продюсерами и звукоинженерами, появился на свет в апреле 1987 года и тут же завоевал большую популярность по обеим сторонам Атлантики. В Европе, особенно в Германии, пластинка прочно обосновалась в первой десятке различных хит-парадов, получив весьма неплохие отзывы. Только за первую неделю альбом разошелся лучше, чем Fatal Portrait за весь год, а в Америке, разойдясь первоначальным тиражом в 40 тысяч экземпляров, пластинка впервые попала в список Billboard. На эту, так сказать, доску почета капиталистического соревнования, заняв там для начала 121 место, что, в общем-то, совсем неплохо для подобной музыки. Что касается текстов, то это ужасная история, надо понимать, ничуть не отталкивала подростков, покупающих пластинку. Я думаю, сильно ошибаются те, кто считает, что широкие массы не особенно любят такую тематику, комментирует Тин Даймонд. По-моему, совсем наоборот. Романы Стивена Кинга, например, всегда были бестселлерами. Да и очередные на фильмы ужасов никак не уменьшаются. Итак, с новым гитаристом, с новой программой и с новым шоу Тин Даймонд отправляются в турне по Америке, которое стартовало в городе Хартфорд, штат Коннектикут, 9 июля, а закончилось в Нью-Йорке. За это время Тин Даймонд проехались через 20 штатов и дали 45 концертов. На этот раз концерты оккультной компании Тинга Даймонда открывала христианская команда. Это была Trouble. Разумеется, это личное дело главной команды, но такой выбор Тин Даймонд выглядел, по крайней мере, странно. Однако сам Тинг необычного в этом не видит. Мы выбрали Trouble из-за их невероятно тяжелого музона, и поэтому они талантливые вообще ребята, невозмутимо поясняет король. Мы не проповедники типа Страйпа. Мы наши тексты связывали с христианской тематикой, подтверждает гитарист Trouble Рик Уартл. И на первом месте у нас музыка, а в турне с Тин Даймонд у нас не было никаких проблем. Они все клевые ребята, и мы очень благодарны им за это турне. Такого предложения мы ждали, наверное, с год, и без раздумий согласились. Все было круто. А мы вам предлагаем еще один шедевр с альбома Abigail – «A Mansion in Darkness». Композиция, которая написана Энди. В отличие от предыдущей записи, нет замедлений, а только спид-метал в лучшей манере. Вновь отличная гитарная игра, причем соло смутно напоминает что-то из арии. С появлением вокала ударник начинает колотить еще мощнее. Что ж, наступили сумерки, молодожены заходят в особняк и чувствуют, что с ними что-то не так. Даймонд меняет вокал чуть ли не в каждой строке, переходя от зловещего хрипа и пронзительного фальцета, от душу раздирающего вопля к мурашкообразующему шепоту. Голос иногда отдается эхом, и начинаешь верить, что герой находится в давно пустовавшем доме, где вокруг пыль да крысы. Также нужно отметить отличное сочетание гитарной игры с голосом короля в припеве. Строки в нем заканчиваются словами «Элейф». Когда молодая пара зажигает свечи, у них появляется ощущение, что дом жив, как и тени, которые они видели, направлялись по дорожке к особняку. Соло в середине звучит так, как будто гитара хочет взлететь, но ее все время сдерживают. Через некоторое время она словно успокаивается, выдает последний устремляющийся в небо запил, а затем возвращается в рифинг в быстром темпе. Поскольку уже поздно, молодожены отправляются в постель, не зная, что в доме обитает призрак, и вновь отличное соло, правда, поначалу более сдержанное, располагающее к размышлениям,
но к концу гитара будто опять хочет улететь в небеса, как птица. Слушаем. Для своих американских концертов Тин Даймонд приготовили совершенно чумовейшие декорации и эффекты, не идущие ни в какое сравнение с прошлогодними рыцарями и каменными стенами. Понятно, текст обязывает такую-то историю и не показать. На окутанной белым дымом сцене появляется белый гроб, стоящий на красном алтаре.
Эбигейл должна была произведена в этом гробу семью серебряными гвоздями. Только тогда она больше не сможет подняться и творить зло. И Тин Даймонд в своем привычном гриме, в черном плаще до пят, вонзал в куклу Эбигейл серебряные гвозди. Следующие же 13 концертов на земле Тевтонских рыцарей. Далее Тин Даймонд отбомбили в качестве особых гостей в турне с Motorhead с местным разогревом в виде Distraction. Некоторые выступления получились, правда, не совсем удачными. Дело в том, что из-за маленьких размеров некоторых залов, например, Мюнстере, пришлось вычеркнуть пару эффектов, как горящий плащ, например, Тин Даймонда или гроб Эбигейл. Но на успех команды это никак не повлияло, тем более, что как было далее и везде, а тут еще порадовали ребята из Roadrunner Records, переиздав специально к европейскому турне макси-сингл No Present for Christmas. История Тин Даймонда в альбоме Эбигейл, эта история отдаленно напоминает сюжет Оскара Уайльда, портрет Дориана Грея, но почему бы и нет? Идея оригинальная уже тем, что в тяжелой музыке никто подобного не делал. Были неосознанные попытки написания концептуальных вещей, но Тинг заполнил этот пробел осмысленным деянием. Музыка на альбоме по аранжировкам безупречна, хотя и обладает недостатком. Мало тяжести в гитарах, стиль можно придумывать сколько хочешь, это удел журналистов. А вот то, как бы они ориентировались в океане звука. Впрочем, запись на диске можно отнести к Power Metal с явной симпатией в сторону трэш. Welcome, my friend. My name is Sharon. Please take my hand. I know the secret land. Запевает Тин Даймонд и протягивает нам свою руку, приглашая в сокрытые земли мистического хоррора. И вот вам, ребята, фрагмент интервью, где о создании сюжета говорит сам Тинг. Всю историю я придумал у себя дома. Было это одной поздней ночью. На улице творилась невероятно жуткая погода. Каждую минуту оконные стекла сотрясались от грома, а молнии высвечивали мокрые, гнущиеся под ураганным ветром деревья. И вот так, буквально за полчаса, и появилась эта история про Эбигейл. Это было невероятно. Как будто мной управляли какие-то силы. А может быть, так оно и было. Мы будем слушать композицию «The Family Ghost». Песня, по которой 26 июня группа сняла свой первый видеоклип. Начальный рифинг напоминает Judas Priest. Периодически присоединяются ударные, наконец вступает тяжелая ритм-секция, причем гитары сразу же начинают солировать, но их обрывает Тинг. В песне повествуется, как на следующий день к Джонатану, который не может заснуть из-за дикого холода в комнате, несмотря на камин, является призрак графа Делафея. На некоторых словах призрака голос дублируется и звучит как бы издалека, словно в большой комнате. Граф хочет поведать своему потомку страшную тайну, а следующее затем соло как будто скрывает в себе предупреждение. Гитара тянет последний аккорд, тем временем вторая начинает рифовать под периодически стучащие ударные. И вскоре соло возобновляется, на этот раз под быструю ритм-секцию, словно куда-то спешит. Далее призрак ведет Джонатана по скользким ступеням в склеп, прося быть осторожнее, чтобы не сломать шею. Тут граф явно что-то вспоминает, потому что начинает жутко смеяться. Кстати, без фирменного смеха не обходится ни один альбом Тинг Даймонда. Так что же за тайна хранит этот склеп? Там в саркофаге лежит малютка Эбигейл, родившаяся мертвой. Слог Берн повторяется несколько раз, различными голосами, меняя стереоканалы. Причем один из голосов напоминает демона. Он словно возражает графу. Родилась, мол, никакой не мертвый. Призрак же сообщает юноше еще одну жуткую новость. Дух Эбигейл вселился Мериам, и выход может быть только один. И он говорит, ты должен лишить ее жизни сейчас же. Последние слова «Now» повторяются эхом, еще раз напоминая о том зловещем склепе, в котором они находятся. Музыка и голос затихают, но последним штрихом звучит хор. Это снова один король, который быстро усиливается, но тут же обрывается. Слушаем. Now
Далее, узнав об измене своей жены, барон Лафей задумывает убить ее. И вот, заманив ее в подвал, сталкивает вниз с крутой лестницы. Его жена ломает шею, и в этот момент на свет рождается Эбигейль, мертвое дитя. Утбурт. Барон сжигает тело жены, а тельце Эбигейл почему-то мумифицирует и умирает. Его слуги, 7 темных всадников, забирают тельце. Так вот призрак говорит Джонатану: «Дух Эбигейл вселился в твою жену, Мириам, и управляют ею. Остановить возрождение зла ты можешь, только убив ее». Джонатан сначала не верит призраку барона, но после этого происходит ряд необъяснимых явлений, которые доказывают бедному Джонатану, что призрак прав. Вянут цветы, звонит колокол, в доме пахнет гнилью. И вот на исходе 9 месяцев, роды уже скоро, Джонатан решает столкнуть жены с лестницы, как это ранее сделал барон. Но и Эбигейль Мириам умудряется столкнуть его самого, и молодой Лафей умирает. После этого Мириам рожает в кромешной тьме, и последнее, что она видит, это желтые глаза демона. Но 7 темных всадников оказываются рядом и привозят Эбигейль в церковь, где заколачивают ее семью серебряными гвоздями в гроб. Такая вот история. Это же просто Эдгар По в музыкальном оформлении, живая классика, как Морелла. По музыке четкие гитарные рифы и скорость, спутанные волосы соло-гитары, переходы на мелодичные припевы, акустические серебряные вставки переборов.
Вторая композиция чем-то напоминает культовую команду Iron Maiden, но вскоре, как начинает петь Тинг, это ощущение рассеивается. Вот еще слово Тингу. Одна девушка прислала мне письмо, в котором лежала фотография могильного камня, на котором была высечена дата 7-7-1777. Эта подруга решила, что это может показаться мне интересным, и не ошиблась, попала, что называется, в самое яблочко. Еще сообщим, что Тинг заморочил в альбоме нумерологические вещи, 9 песен диска, возраст героев Джонатана 27 минус 2 плюс 7 равняется 9. И Мириам 18, 1 плюс 8 тоже получается 9. Причем если сложить полученные девятки вместе, получается опять девятка из 18. Подобным же образом попробуйте сложить числа года 1845. А 9 месяцев беременности, как известно, 9 – любимое число Луны. А это магия серебра и в то же время оборотней. Противопоставленные девятки силы – число 7. 7 всадников, 7 серебряных гвоздей. Разумеется, возникает вопрос, а почему бы не экранизировать такие сюжеты? Это оригинально и необычно, это круто. Но никого в Голливуде King Diamond не заинтересовал. Удивительно. Они могут выбрасывать тонны денег в никуда и никому. Ненужные, пустые фильмы, напичканные спецэффектами, с нулем содержания, которые, отбомбив свою кассу, потом оседают на книжных полках в каких-то квартирах. И никто второй раз такое кино не пересматривает. Даже те, кому оно понравилось. Вот она, эпоха, когда в искусстве доминируют сухопарные экономисты. Да что вообще они могут знать о творчестве? Впрочем, история на этом не заканчивается. И Тинг выпускает в свет два новых альбома. Zem 88 года и Conspiration 89 года, связанные между собой единым сюжетом. А мы заканчиваем рассказ об альбоме Abigail с песней 7 июля 1777 года.
1988 году обновленный состав записал новый концептуальный ужастик «Зэм», героями которого на сей раз стали сам Тинг и его сумасшедшая бабушка. В коммерческом плане эта пластинка имела еще больший успех, чем «Эбигейл», и, видимо, поэтому на следующем альбоме «Конспирейси» Даймонд с партнерами рассказал продолжение их истории. Их! В том-то и дело, так и называется альбом. Тем временем команду покинул Микки Ди. А поиски подходящего барабанщика привели к Сноуи Шоу. Даймонда как-то даже спросили, что же это сейчас с этой малоизвестной, но довольно полезной для кого-то группой? Я слышал, что после очередных перестановок вокалист пытался реформировать эту команду, но дела пошли плохо, и что сейчас с ними неизвестно, ответил Тинг. Зато Пит Блэк просто восхищался своей игрой. Своим мастерством он буквально свалил всех на повал. К тому же стиль его очень подходил к музыке Тинг Даймонда, и вскоре он со своим старым другом Энди Лароком устраивал просто настоящие гитарные дуэли, не хуже, чем Майкл Деннер. Да, продолжает Тинг, они с Энди великолепно дополняют друг друга, и на записи иногда даже кажется, что один играет лучше другого и играет вообще, как будто один человек. Так что, избавившись от Муна, я думаю, мы не сделали большой ошибки. В чем можно было убедиться, прослушав следующий альбом «Зэм». Ну что, ребят, пожалуй, мы прервемся на этом. Продолжим рассказ о Тинг Даймонде в следующем выпуске нашей программы «Рок-обстрел». А сейчас самая пора, новый выпуск нашей «Угадайте». Оглашу торжественно результаты нашего прошлого выпуска «Угадайте». Победителем является Сергей Волков, который правильно сказал, что «Антихрист», фрагмент песни, который мы ставили в прошлый раз, исполняет команда «Дистракшн». Да, Сергей, ты это знал, поэтому угадал. Поэтому ремешок от бас-гитары Астратовариуса твой. Поэтому, как говорится, цвети и пой. А у нас новое задание. И счастливым обладателем аксессуара, опять же, мегазвезды рок-н-ролла Астратовариуса, а именно его черновиков, так сказать, в оригинале, песен группы ДХСС, сочинителем которого являлся он. Получит тот, кто правильно ответит на простецкий вопрос. Какая команда и какая песня будет звучать сейчас. Ваши ответы в письменном виде направляйте по адресу нашей электронной почты rockobstrel@yandex.ru. Ну что ж, ребят, я начну. Ну а сейчас у нас, ребят, по традиции, наш выпуск по вашим письмам. Как вы поняли, сейчас будут письма. Итак, Марина Теплицына из города Королёв просит нас поставить песню. Желает она слышать композицию «The Possession» – «Владение». Единственная вещь, которая была написана Михаэлем Деннером. Гитарный рев во вступлении напоминает заводящий мотоцикл, после чего вступает бас и ударный, пишет она. Однако она считает, что possession переводится по-иному, это одержимость. Мириам, которая пытается убедить мужа, что носит его ребенка, но он понимает, что она одержима духом Эбигейл. Вот такой расклад. И песню она просит поставить для своего мужа Игоря, который является ярым фанатом творчества Тинга Даймонда. И посвящает ему вот такие вот стихи. «Я счастлива, что я живу с тобою, что не случайно встретились однажды, что друг для друга посланы судьбою». И нас соединила вместе музыка «Тинг Даймонд». «Не замечаю я дожди, жара или грозы, ведь, согласись, в душе погода поважней. И средь снегов вдруг залеют скромно розы. А для тебя поставлю песенку скорей».
Ну, ребят, на этом мы с вами и прощаемся до будущей недели. До следующей недели мы также будем освещать по полной программе творчество Кинга Даймонда. Ну а вы, ребята, отдыхайте и нашу радиостанцию включайте. Пока!